О будущем сектора Газа и в целом государства Палестина мы поговорим с палестинской писательницей и политологом Тамарой Хаддад, которая присоединяется к нам из Рамаллы. Здравствуйте, госпожа Хаддад. Большое спасибо, что присоединились к нам. Прежде всего, я хотел бы вас спросить о тех чудовищных преступлениях, в которых обвиняют радикальное движение «Хамас». Власти Израиля называют это преступлениями против человечности. Среди прочего, речь идет об убийстве детей. Как рядовые палестинцы относятся к этим фактам? И каково, на ваш взгляд, значение операции наводнения Аль-Акса для государства Палестина в целом? Для начала я хотела бы поблагодарить вас за приглашение и поприветствовать всех уважаемых телезрителей вашего замечательного телеканала. Что касается тех обвинений, которые вы упомянули, то они абсолютно безосновательны. Народ Палестины желает только свободы. Желает освобождения от израильской оккупации. Это то, что подавляет права палестинского народа. Израиль же не желает видеть ни в каком виде государство Палестина. Напротив, Израиль продолжает осуществлять оккупацию, лишая палестинцев их прав. Мы все видим те преступления, которые совершает Израиль. Например, осуществляя бомбардировки гражданского населения. Тысячи людей пострадали из-за обстрелов со стороны Израиля. Более 2000 человек погибли. Кроме того, израильские оккупанты осуществляют блокаду сектора Газа. В результате сегодня в анклаве нет воды, электричества, топлива. Если кто-то и убивает детей, то это Израиль. Порядка 66% погибших в секторе Газа – это женщины и дети. Жители анклава просто лишают будущего. Вместе с тем, израильские оккупанты используют кассетные боеприпасы, а также и фосфорные боеприпасы. Это те боеприпасы, которые поступают в Израиль из Соединенных Штатов. Это те американские боеприпасы, которые использовались в Украине против России. Сегодня же их применяет Израиль против палестинцев. И это те вооружения, которые запрещены на международном уровне. Все эти преступления против палестинского народа продолжаются до сих пор. Что касается операции наводнения Аль-Акса, то прежде всего она направлена на то, чтобы остановить те преступления, которые оккупанты совершают у мечети Аль-Акса и других мусульманских, а также христианских святынь. Израиль продолжает угнетать палестинцев на западном берегу реки Иордан, лишает их крова. А в настоящий момент мы наблюдаем чудовищную блокаду в секторе Газа. Оккупанты называют это операцией «Стальные мечи», которая началась якобы в ответ на операцию исламского движения сопротивления. Фактически же эта операция направлена против мирного населения. Она направлена на то, чтобы разделить на части население Газы, для того, чтобы вытеснить палестинцев на Синайский полуостров. В настоящий момент под шквальным огнем находятся и северные, и центральные, и южные регионы сектора Газа. Абсолютно все эти районы были безопасными, но теперь больницы, квартиры, жилые дома и другая инфраструктура находятся под обстрелами. Теперь мы наблюдаем исход, наблюдаем бегство мирного населения. Израиль желает, чтобы все они переместились в Эль-Ариш, то есть на север Синайского полуострова в Египте. И это то, что, кстати, было предусмотрено так называемой сделкой века, предложенной американцами и поддержанной Израилем. Сегодня и на западном берегу, и в секторе Газа мы наблюдаем реализацию этой сделки, которая, среди прочего, предусматривает выселение палестинцев с их территорий в Египет и Иорданию. Военные действия оккупантов, обстрелы мирного населения с воздуха. Все это направлено на то, чтобы завладеть территорией палестинцев, чтобы оккупировать сектор Газа. В дальнейшем они хотят использовать эту территорию для эксплуатации, а затем для поставок энергоресурсов, в частности газа, через Средиземное море в Европу. Это стало особенно актуально в условиях российско-украинской войны. Госпожа Хаддад, как известно, движение ФАТХ участвовало в мирных переговорах с государством Израиль. Каково будущее таких переговоров, на ваш взгляд, после тех действий Израиля в секторе Газа, о которых вы упомянули? И кто, по-вашему, мог бы вести переговоры с Израилем сегодня? Ма Исраиль аль-Яум.
صحيح بالفعل أولا دولة إسرائيل هي لا تريد مفاوضات السلام حسمت موقفها باستخدام القوة العسكرية. Во-первых, Израиль не желает вести какие-либо мирные переговоры. Это государство отдает приоритет военной силе. Я напомню, что Палестинская национальная администрация заключала соглашение с Израилем. Это так называемое соглашение в Осло. Однако Израиль разорвал это соглашение, потому что Израиль не желает мира. Он желает получить территорию без людей. И Соединенные Штаты поддерживают Израиль в его политике по изгнанию палестинцев. И когда американцы поставляют в Израиль военную технику и тяжелые вооружения, это в первую очередь направлена на то, чтобы подавить борьбу, подавить сопротивление палестинцев. Что касается же переговоров между Израилем и Палестиной, то я еще раз подчеркну, что Израиль не желает переговоров. Он желает только территорию без народа. Поэтому он постоянно нарушает все соглашения, которые были когда-либо достигнуты. Подписанное в 1993 году соглашение в Осло было, по сути, растоптано. Израиль, напротив, заполучил новые палестинские территории. Вместо решения палестинского вопроса на основе создания двух государств, Израиль придерживается политики переселения, а фактически изгнания палестинцев из их домов. Конечно, региональные и международные игроки сейчас предпринимают огромные усилия для того, чтобы достичь соглашения о прекращении огня. Однако оккупанты не желают какого-либо мирного соглашения. Соединенные Штаты, поставляя все новые и новые вооружения в Израиль, усугубляют ситуацию и продлевают состояние войны, продлевают агрессию против сектора Газа. Так что изгнание палестинцев с их территорий продолжается. Есть такие крупные державы, как Россия и Китай. Есть важные региональные игроки вроде Египта, Иордании, Турции, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Все они могли бы оказать влияние на Вашингтон, потому что Америка – единственная страна, которая могла бы оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил огонь. Однако Соединенные Штаты продолжают занимать предвзятую позицию. Продолжают симпатизировать Израилю, продолжают поддерживать политику преступлений в отношении мусульманских и христианских святынь. И нынешняя война ведется исключительно против гражданского населения, но никак не против военных целей. Мы это видим как минимум по той блокаде, которая ведется в отношении Газы. Мы это видим по готовящейся наземной операции Израиля. Благодарю вас. И у меня последний вопрос. Известно, что в последние годы Израиль вел активные переговоры по сближению с целым рядом арабских государств, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко. Каково, на ваш взгляд, будущее таких переговоров между Израилем и арабским миром после войны и особенно после тех ужасов, которые сейчас происходят в Газе? Я полагаю, что отношения между Израилем и арабским миром будут крайне напряженными, включая нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. В Риаде уже заявили о заморозке всех консультаций с еврейским государством. И связано это, конечно, прежде всего с теми преступлениями против человечности, которые происходят в секторе Газа, а также со сквернением мусульманских святынь. Как вы знаете, государственный секретарь США Энтони Блинкен недавно посещал Саудовскую Аравию, где попытался убедить Риад продолжить диалог с Израилем. Но очевидно, что сейчас это невозможно. Как мы видим, арабские страны и народы арабских стран демонстрируют полную солидарность с народом Палестины. Мы видим это в Ираке, Сирии, Йемене, Ливии, Тунисе, Алжире. Мы слышим слова поддержки даже от тех стран, которые пошли на сближение с Израилем в последние годы. Конечно, США, преследуя свои шкурные интересы, заинтересованы в сближении Израиля и арабских стран, заинтересованы в интеграции этих стран. Вашингтон желает восстановить свое былое влияние на Ближнем Востоке, вернуть себе то место, которое сейчас заняли Россия и Китай. Американцы желают связать в единое целое Индию, Израиль и Европу. И палестинское сопротивление явно не вписывается в их планы. Точно так же, как и деятельность такой организации, как Хизбалла в Ливане или деятельность Ирана. أن واقع المحور الآخر سوف يتم أيضا تعزيز نفوذه سواء كان المحور حزب الله أو المقاومة الفلسطينية أو إيران وإلى ما ذلك. Ашкаркум, я устаза. Большое спасибо, госпожа Хаддад, за эту важную беседу. Я желаю лично вам и всему палестинскому народу только мира.
Спасибо. Всего доброго. О будущем сектора Газа и в целом государства Палестина мы говорили с палестинской писательницей и политологом Тамарой Аддад.